Как же окунаться в прорубь? Мы с вами выяснили, что на крещение нужно не пьяным, не больным, не ради эксперимента прыгать. Потому что были случаи, по браваде люди погибали. Поэтому не надо потом роптать на Бога, если ты выпивши лезешь в прорубь. Подойдя к проруби, понимая, что в проруби или в том месте, где вы будете окунаться, холодная вода, можно сразу, заранее помолиться, тропарь крещению Господних, молитву «Отче наш», и перекреститься Господи благословиями Отца и Сына и Святого Духа. Зайдя в прорубь, можно сразу окунуться 3 раза и выйти. На берегу вас ждет сотрудники МЧС, теплое питье, халат или полотенце, которым вы сразу согреетесь. Бывает, когда окунаются, окунулись раз, вынурнули во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но чаще всего от страха забывается все. Храни Господь.